Всем доброго времени суток. Сегодня 4 октября, канал Easy Money. Хотел рассказать последнюю новость по Амазону. Как обычно, что-то ни дня без геморроя. Началось с того, что несколько дней назад у нас Lightning Deal, молнии так называемые, стали выдавать направо и налево. Насколько я знаю, еще там месяц назад ее выдавали только тем, у кого хорошие продажи, для стимуляции продаж, со скидкой продажи. А сейчас вот смотрю, читаю, очень многим дают, именно тем, у кого, и в том числе и у меня, товару моему, у которых продаж там 1-2 в день, а то у некоторых 1-2 в неделю. Ну, вот, то есть говорит о том, что Amazon серьезно занялся чисткой остатков на складах, мне кажется, к Новому году, к сезону. Ну вот, в принципе, выгодно, наверное, всем, кому-то обнулиться, кому-то склады очистить. Вот. Но самая главная новость, это, конечно, отменяется наше любимое ревью. Вот если сюда перейти, на группу Facebook, у нас получается вот эта новость от 3 числа. Здесь можете прочитать. В принципе, я думаю, многие уже знают. Сейчас все в небольшом шоке культурном, особенно те, кто очень мало имеет отзывов, потому что, как я на данный момент за полдня, грубо говоря, разобравшись, мы как бы определились в том, что точно сейчас можно спокойно раздавать товары для продвижения. То есть, если зайдете сейчас в группу, и у меня вот как раз люди, которые занимаются ревью, знакомые, они говорят, что те же китайцы сейчас на данный момент продолжают раздавать товары в полный рост. Общаясь с ними, говорим, там, знаете, такая информация, да, знаем, просто на сейчас можно продавать товары также по купонам, также дешево и также двигаться, но эти ревьюеры, в том числе и мой знакомый, они не могут писать отзывы на Амазоне, то есть они могут писать в Фейсбуке, рекламировать товар, то есть там, репосты делать, там, я не знаю, в Твиттере, в Инстаграме про конкретный товар, но не могут на Амазоне, потому что они купили товар со скидкой. Ну вот, то есть вот на данный момент такая ситуация, как бы для продвижения, для зрелого товара не так страшно. Можно, в принципе, конечно, проблема с тем, когда у вас какие-то негативные отзывы, чтобы их закрывать, раньше мы делали раздачу товара. То есть достаточно была простая тактика, нам поставили одну звезду, мы раздали 5-10 товаров, получили там 5-6-7 там отзывов, как правило, положительных там на 4-5 звезды, и забыли этот вопрос. Сейчас с этим будет сложнее. Надо будет, ну, чуть-чуть по-другому какую стратегию выбирать, потому что это первое обзорное видео по этой новости. Ну, вот, мнений достаточно много. Сегодня все giveaway-сервисы закрылись. Томасон написал, что они теперь так работать не будут. Ну, то есть, как бы, один из самых таких мощных. Вот. И в будущем, я так понимаю, они будут именно брать товары на обзоры именно, ну, может быть, топ-ревьюеров, может быть, ревьюеров тех, у которых есть социальная поддержка, что ли. Есть несколько каких-нибудь там популярных Facebook-групп, подписчиков много там где угодно, или на том же YouTube рассказывать про наш товар и привлекать внешний трафик. То есть, получается, сейчас на данный момент какая-то происходит смещение акцентов на внешний трафик. А чтобы получать отзывы, ну, те, кто уже получил отзывы, у них сейчас голова болит. Но те, кто стартует сейчас, на данный момент, вообще самая, мне кажется, нехорошая ситуация, потому что непонятно, как делать. Но мой совет – возвращаться к старому, как мы начинали, это, естественно, искать знакомых, кому можно отправить деньги, чтобы купили их товар. Но другого варианта нет. Вот у меня на данный момент, там, по сколько я сколько людьми общался, сколько знаю, ну, не знаю, там, человек 10-20 точно есть, но у каждого, наверное, еще там по одному, по два друга нашкрябать. То есть, ну, в принципе, если сильно поднапрячься и не сильно их напрягать, то есть вот отзыв 50 можно набрать. Надеюсь, у вас, в принципе, тоже есть какие-то варианты. То есть, ну, прямо сейчас это, наверное, единственный вариант, чтобы человек купил за полную стоимость. Естественно, сделайте скидку на товар, то есть не продавать его по полноценной цене, а продавать его прям, ну, получается, надо по дисконтной практически цене зацепиться за органику, демпинговать. Вот, то есть именно в этом направлении двигаться. Раздав товар
вы стимулируете свое место в выборке Амазона, а получив отзывы, вы получаете социальную оценку. То есть, когда вы подниметесь даже на первую страницу, вам в любом случае нужна будет социальная оценка, чтобы ваш товар реально покупали. Потому что если вы будете на первой странице без отзывов, ну, в принципе, мы в других видео видели, люди до бестселлеров поднимали товары, и опять же, у них отзывов не было. То есть так быстро поднимался товар за счет раздач, видимо. Хотя есть, наверное, какие-то другие способы, которых я не знаю. Как-то через SEO это все делать. Но пока с этим не столкнулся и на практике ни у кого этого результата у надежных людей не увидел. Вот. А слухи как бы это не считается. Но с другой стороны цена отзыва будет дороже. Естественно, у нас, во-первых, мы будем отдавать людям деньги и будет верифицированные отзывы, это первое. А во-вторых, всем также будет сложно это все сделать. То есть будет как в Европе, наверное, не 500 или 5000 отзывов, а вернется к разумным числам там, 50 или 500. Но будем надеяться, что, там, я не знаю, новички для продвижения, что будет серьезная чистка всех отзывов у тех людей, которые их накрутили. В том числе, естественно, меня. Так что вот у меня сегодня 4 число, вчера было 3, пришло 3 отзыва. К обеду один отзыв у меня удалили. Но 2 отзыва за 3 число, за 2 число, соответственно, и так далее, они как бы идут. Вот один отзыв убрали, пока осталось 194. Вот, по статистике, которую я там вижу, вот некоторые программки есть, мне показывает, что у меня там, не помню, 25% что ли у меня реальных отзывов, а 75% нереальных. Вот. Ну, если их будут удалять, ну, не знаю. Можно было с этого начать, но решили сначала запретить и потом постепенно... Ну, если не будет чистки, будет тяжело вообще продвигаться. Если будет чистка, будет уже по-другому. Посмотрим, что будет дальше, пока первое видео на эту тему, думаю, достаточно. Оно в первую очередь для того, чтобы вы оставляли комментарии. Может быть, какую-то информацию кто-то знает, кто-то быстрее узнает. Тем более, видео могут начать несколько дней. Посмотрим, что будет нового. В принципе, все. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу в Фейсбуке по Амазону.